Добрый день всем подписчикам и гостям канала. В сегодняшнем видео у нас на обзоре монеты экзотической страны Барбадос. Пришел мне такой набор в состоянии uncirculated. Думаю, вам будет интересно посмотреть. 1 цент 2009 года. Сталь, покрытая медью. Пять центов 2008 года. Сталь, с латунным покрытием. Десять центов 2008 года. Медно-никель. Двадцать пять центов 2008 года из медно-никеля. $1 2008 года. С изображением летучей рыбы. Сталь, покрытая никелем. Монеты изготовлены Королевским монетным двором Канады. На сегодня все. Поддержите нас лайком. Подписывайтесь на канал. Пока!